Всем здравия. Из Тюкалинска меня вывезли сначала на автомобиле в город Новосибирск, из города Новосибирск самолетом в Улан-Удэ, из Улан-Удэ автомобилем доставили в город Северобайкальск, где, куда я был вызывался свидетелем по уголовному делу по незаконной вырубке деревьев в количестве 15 штук. Телефон был изъят, опечатан. Подробности, скорее всего, я запишу в ближайшее время. Трое суток я находился в дороге, непонятно в каких условиях. Сейчас нахожусь в хостеле города Северобайкальск. Приму душ и буду спать. Всем всех благ. Слава роду. Уруй, Айхал.